15 февраля 2014 года. Шаббат шалом, дорогие друзья. В Израиле шаббат. Как видите, улицы пустые, автомобили припаркованы. Израильтяне отдыхают. А вот здесь одна машинка едет, тоже, наверное, едут на собрание. Замечательная традиция, хороший праздник. Все магазины, предприятия, организации закрыты. Один день в неделю. Полный покой, полный шаббат. Вот. Ортодоксальные иудеи. В синагогу. Проживают эти ортодоксальные евреи, там проезд запрещен, да, не перекрывают их. Там уже проехать нельзя, там, если будешь ехать, то камнями забросают. Так сразу несколько мужиков выскочить. Хорошенько начнем. Автобусом, но стоит этот грязь. Нет, автобус.